Неплох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Так можно сказать и про студентов Международного юридического института. Плох тот юрист, который не мечтает стать, к примеру, криминалистом или следователем. Сотрудник полиции должен быть психологически устойчив, стрессоустойчив. После заключения ЦПД все документы направляются в Главное управление, и комиссии принимается решение, рекомендованы вы для дальнейшего несения службы или же не рекомендованы. Сотрудники полиции Межмуниципального управления МВД России Одинцовская совместно с членами Общественного совета при управлении регулярно проводят акцию «Профессия полицейский». Конечно же, все мероприятия у нас тоже начинаются с учебного года. Это и посещение вузов, и посещение школ, где мы доводим информацию до всех заинтересованных лиц о возможности поступления на службу в органах внутренних дел. Сегодня мы провели в Международном юридическом институте такую встречу. Сергей Дядя – директор филиала Международного юридического института, член Общественного совета при Межмуниципальном управлении МВД России «Одинцовская». Дружеские отношения между двумя этими организациями завязались уже давно. У нас тесные связи с нашим муниципальным управлением и с первым отделом. Сотрудники приходят к студентам, студенты приходят в управление, посещают музей, встречаются с ветеранами органов внутренних дел и лучше узнают о том, чем занимаются наши правоохранительные органы. Конечно, профессия юриста требует в дальнейшем ее применения. Одно дело теория в аудиториях, другое дело притворять эту теорию на практике. Деятельность органов внутренних дел весьма обширна и интересна. Студенты узнали об особенностях различных служб, о порядке и требованиях, предъявляемых поступающим в образовательные учреждения системы МВД России, о предоставляемых социальных гарантиях, а также получили ответы на интересующие вопросы. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».